Привет, ребята! И сегодня у нас на канале новая рубрика. Эта рубрика называется «Заброшки». И как раз я нашел одну заброшку, которую мы сегодня будем исследовать. Поэтому мне нужно сначала понять, как туда забраться. Это будет довольно-таки сложно. Так, нужно обрезать вот эти кусты. Они очень колючие, поэтому я, скорее всего, через них не проберусь, нужно их обрезать. Так, вот так, отодвинем их. Все, окей. Так. Теперь, ой. Ну, это заброшка какая-то странная. Тут пусто, тут ничего нет. Эта заброшка чем-то похожа на заброшенный отель. Помните, кстати, это приключение, когда я приехал в заброшенный отель. Вот это что-то типа этого. Странно, что за ящик? Это похоже на ящик с боеприпасами. Ну, не важно. Просто пройдем мимо. Ой, это еще хуже, чем заброшенный отель. Посмотрите, как тут все. Я бы даже сказал, ужасно. Ох, ё-моё. К этому лучше не подходить. Позорвется. Так, диван. За диваном ничего. Да, здесь от стены вообще практически ничего не осталось. Колюка здесь, ведро. Здесь даже камыш вырос. А здесь я не помещаюсь, здесь бы я присесть здесь. Но я здесь не помещаюсь. Так, здесь вообще щель заграждена вот этой фигней. Так, это вообще от потолка откуда-то отлетело. Стол. Ой, у него там даже ножки одной нет. Да. Карандаш. Но он нам не нужен. Гитара тут есть. Не, ну в принципе тут нет таких аномалий, как в заброшенном отеле. Стоп. Куда делась гитара? Первая аномалия. Угу. Так. Ну ладно. Что-то меня это уже настораживает. Возьму лопату и пойду на задний дворик. На заднем дворике там уже... Ой-ой-ой, что-то поопаснее может быть. Лопата мне пригодится. Все, пойдемте. Так, ребят, в общем, я уже на заднем дворике. И тут... Да тут ничего необычного, тут поле даже есть. А тут как-то уютненько даже, на заднем дворике. Ладно, лопата нам не нужна, пока что положу ее вот тут. Так, ну здесь только сено. Не, ну в принципе нормальная заброшка. В принципе. Главное, чтобы на меня тут ничего не обвалилось, пока я тут хожу. Что это... Что эта стенка вообще разваливается, вот эта часть. Блин, она на меня упала. Эй, ай, да. Блин, убрать бы эту штуку отсюда, выкинуть ее вообще. Тут я поставлю-ка я ее на место, потому что вдруг здесь такие же монстры, как в заброшенном отеле, будут. Они через эту щель легко проберутся ко мне, и мне капец. Так, а что за сарай-то вообще? Ладно, потом к нему зайду, пока что тут поле есть. Но на нем ничего не растет, естественно. Тут у нас вот это. Молот здесь. Так, ну мне бы сейчас... Я скоро здесь это жижа? Фу. Ладно. Да откуда это жижа-то? Выкинуть ее отсюда надо. Так, этот шкаф мы отпинем. Что это? Что это за щупальца? Вот двигается. Что на этой заброшке не так, блин? Ё-моё. Страшно. Что, убью сейчас? Похоже на кислоту какую-то. Да. Давайте. Открыть.
Убивайтесь! Заперты, что ли? И давай, последний удар. На! О! Ё-моё! Это что такое? Такие же монстры были в отеле. Как с этими воротами-то разобраться? Ё-моё, что это такое, блин? Нафига я вообще приехал на эту заброшку, блин? Лучше бы другую заброшку выбрал. Блин, что это? За лопатой! Они живые вообще? Так эти ворота бы вообще выломать. О! Ё-моё, что этот монстр зашевелился так? Ну, выбить эти ворота бы. На. Всем ё-моё. Ё-моё, оно встало. Оно сейчас, она почти все сломала. Ё-моё! Ну выходит! Где лопата? Лопата, вон лопатка там. Тут, о, вилы! Такие же были в этом проклятом отеле, в котором я был почти в прошлом видео. На, получи! На! На! На, получи! Получи! И финальный коронный, то есть. На! Вот сюда. Ай, блин. Фух! Ё-моё. Стоп, там еще другие монстры. Ё-моё, это еще одна. Лёта, она выходит, походу. Тут еще этот монстр, вали отсюда. Ё-моё, а что мне делать-то теперь? Вилы, там же остались вилы от него. Иди сюда. Господи. Получи вилами в рот, на. Ой, ё-моё, ему что-то нехорошо. Фух. Нормально. Ну все, пень. Все, все. Фу, откуда эта кислота? Ё-моё. Радость. Ой, ё-моё, для себя сарай разваливается. Какая-то у меня рубрика получилась с первого раза не очень. Не, ну получается... А, ну пень уже мертвый. Фух. Что это за заброшка? Ну, я как бы... Мне лучше сваливать отсюда. Все, ребята, сейчас валить. Все, пока, ребята, всем. Да что такое? Почему ты опять не заводишься? Почему, когда... Не нужно, она заводится. А когда надо, она не заводится. Блин, мне страшно. Я пока что тут запрос, нужно припереть дверь вот этой штукой. Нужно здесь выжить. Нужно здесь. Так, а что? Подождите-ка, сейчас я пойду проверю, что здесь, что там не так с машиной у меня. Так, ой, ё-моё, я застрял тут. Чё там не так-то хоть с машиной моей? Так, ага. Так, давай посмотрим. А, вот! Опять эта штука сломалась, как в прошлый раз. Эта штука там вообще заржавела. А где я эту штуку-то тут найду? Тут вообще заброшка. Ладно. Да и тем более скоро будет ночь. Поэтому все, я запираюсь тут. Так, давай. Давай вот так, вот так. Все, подпилил. Нормально. Теперь что мне делать? Думаем, что мне делать, ребят. Хотя подождите-ка. Нужно отодвинуть эту половицу. Эта штука может быть мне... Стоп! Так это и есть та самая штука, которой мне не хватает в машине. Ну, это и не только та самая штука, которая мне нужна. Мне нужна еще одна штука.
Ну и бензин. Нужна еще одна штука и бензин. Может быть, в этой коробке будет еще одна штука? Сейчас проверим. Да в этой заброшке, походу, целый склад. Потому что здесь я нашел еще одну деталь, которой не хватало мне к машине. Ну, теперь бы он найти мне бензин. Было бы хорошо. Может быть, где-нибудь в кустах он. Ребят, я тут нашел лестницу, смотрите. Так, нужно... По ней можно тут забраться на крышу. Но это, однако, хорошо, но тут бензина нет. Как он выжил? Как он выжил? Так, нужно аккуратненько. Так он еще и вилу подобрал. Этот монстр. Блин. Куда надо было его добивать, как я пень добивал? В том отеле. Блин. Что мне теперь делать-то? А, винтовка. Так, прицеливаемся и... Не понял. Чё не стреляется, Винтовка? Винтовочка? Ты чё? Блин, патронов нет. Так ещё и ещё одна штука там заржавела внутри. Блин. Точно, у нас же можно вот так. Вот так будем взять вот этот трюк. Вот так. Сейчас я на него спрыгну с крюком. Вот так. Получи, монстр. На тебе, получи этим крюком. Вот так тебе. Вот я у него воткнул крюк, и теперь вот добавим ему вот так. Фух. А теперь нужно искать бензин быстрее. Какие-то монстры тут не ожили. Так, где это? Опа, бочка. Что может быть в бочке? Ребят, прикиньте, в этой бочке бензин. Я думал, вообще, когда я первый раз проходил мимо этой бочки, я думал, что тут вообще какие-то фрукты. А тут, оказывается, бензин. Все, короче, заливаем бензин. Так, все, залил бензин. Теперь оставшийся положим в багажник. Теперь пришли за деталями. Вот деталь первая. Вот так. Все, засунул. Теперь последняя, самая маленькая деталь. Это вот это. Давай, быстрее нужно сваливать отсюда. Так, вот так, вот так. Ну все, готово. Так, не понял. А чё он так медленно едет? Не понял, я так отсюда никогда не уеду. Я пешком быстрее дойду. Не понял, а чё там ещё-то не хватает? Так, тут в порядке всё. Не понял. Колесо проткнуто? А тут? И тут колесо проткнуто? Ага. Вы серьёзно? Мне ещё теперь колёса искать? Тут два. Ладно. Так, где, может быть, это... Стоп. Что, что-то есть? О, вот и колесо. Понесли. Это сюда. Где бы мне теперь найти второе колесо? Тут не... Да что это тут виднеется? О, так, крышка. Вот колесо. Нормально. Я уже, мне кажется, тут несколько раз колеса меняю. Так, все, давай. Аккуратно ее прикручиваем сейчас. Готово. То, теперь можно ехать. Все, чао, монстр. Хотя подождите. Я им еще все выпрыгнуть не оставил. Вдруг кто-нибудь из них выживет. У меня есть тут кое-что. Ребята, помните приключения в проклятом лесу? Так вот, мне там мужик в деревне дал вот эти две канистры, то есть три. Две, одну я залил, а две у меня остались. Хорошо, так, первую вот сюда, вторую вот сюда. Хотя подождите, поэкономнее вот так сделаем, чтобы
Ну-ка, что пенис, вот это мы выкинем. Вот сюда. Ой, ты чё? И вот кинул вилами. Вот так пусть будет. Все. Теперь готовьтесь, ребята. 3, 2, 1. Так туда, туда, все, туда. Вот это бомбануло. Нормально тут так везде все разгромощило, блин. Я сам, блин, офигел. О, от мула, от этого монстра гигантского одна щупальца осталась. Гениально. Ладно, ребят. Всем пока. Я сваливаю от этой заброшки. Ждите следующую серию по рубрике заброшек. А я поехал. Всем пока!